офшорного бизнеса «Анапа. Самое яркое солнце» 2024 объявляется открытой. Более 30 лет выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» привлекает на наш курорт представителей туриндустрии со всей страны. В этот раз в конференц-холле отеля Mavenpeak оборудовали 120 павильонов. Ательеры, производители мебели и текстиля, специализированной техники, крупные и малые предприятия. Большинство экспонентов из Краснодарского края. По словам самих участников, не только из-за места проведения выставки, но и благодаря уровню поддержки бизнеса на Кубани. Самое главное, конечно, меры мы новые, безнадежные не принимаем. Мы говорим о том, что у нас есть существующие меры, которые мы постоянно дорабатываем в рабочем режиме с предприятиями, с конечными, так скажем, потребителями. То есть существуют программы, на сегодня их 14 в фонде. Мы их в ближайшее время тоже, в этом году, мы не стоим на месте. Мы позволяем предприятиям тратить средства на рекламу, на участие в выставках, на сырье, на приобретение оборудования. Конечно, самая главная задача фонда – это инвестиционные цели, это развитие, модернизация предприятий, открытие новых производств. Продолжаем работу по продвижению продукции, это выставочная ярмарочная деятельность. Яркий пример стартапа, получившего краевую поддержку, проект Анастасии Вдовиной. Выпускница школы «Бизнес молодых» сейчас развивает свой бренд косметики. Один из компонентов ряда продуктов – экстракт анапских водорослей. В выставке Анастасия принимает участие впервые, чтобы найти партнеров и презентовать новые средства. Это соль для ванн с лекарственными травами. Травы применяются у нас от компании «Фитофарм». То есть мы сотрудничаем именно по лекарственным травам. И это заказ для пятизвездочного отеля, правда, из Геленджика, вот, для спа. Лечебная ванна, расслабляющая. А вот у гостей из Республики Чувашии опыт участия в выставке богатый. Они приезжают в Анапу 15 лет, специализируются на кухонном оборудовании. Признаются, благодаря участию в выставке нашли клиентов по всей стране. В основном клиентов достаточно. Много частных клиентов, очень много частников, у которых свои отели, свои рестораны, свои кафе. Выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» продлится до 16 февраля включительно. В наших следующих материалах мы подробнее расскажем об участниках проекта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Олеся Сергеевич. Анапа. Регион. Четыре отеля на первой береговой линии с живописными видами в Туапсинском районе. Все это про уникальный комплекс Андрея Маслова, включающий в себя гостиницы под названием «Султан», «Афродита», «Юрга» и «Дайв-центр». Если в отпуске вы заселились в один из этих отелей, считайте, что ваш отдых удался на славу. Комфортные номера от стандарта до люкса, бассейны, сауны, мангальные зоны и множество других удобств. Сотни гостей возвращаются сюда каждое лето. Мы представляем, конечно, уютные комнаты, номера, со всем оборудованием, сейф, тапочки, халатики, обмен белья по желанию клиентов, по просьбе клиентов, а так раз в 3 дня. Ежедневно горничная приходит, убирает номера, и также по желанию мы можем сделать мини-бар в номере. Курортный сезон совсем близко. Успейте и вы поскорее забронировать номер в одной из гостиниц группы отелей Андрея Маслова. Все интересующие вопросы вы можете уточнить по телефону 8 988 141 60 12. Качественная, стильная, эксклюзивная. Именно такую мебель можно найти в магазинах «Мебель Комфорт». Предприятие, расположенное в Анапе, специализируется на создании уникальных элементов интерьера. Профессиональные дизайнеры помогут подобрать товары, подходящие именно вам, а также создать эксклюзивную мебель по вашим запросам. Мы изготавливаем индивидуально тысячи различных материалов и декоров, поэтому мы можем изготовить все. У нас есть сеть розничных салонов, как своих, так и дилерских в разных городах, поэтому клиентов у нас очень много. Мы много лет на рынке, и тысячи людей, которые нас уже знают, приходят, покупают у нас, и неоднократно покупают, рекомендуют. Один из самых популярных материалов, из которого изготавливают мебель на производстве – МДФ-панели. Они сделаны из измельченной древесины, облицовываются пленкой ПВХ. Преимущество такой мебели – масса, прочность, долговечность, огромный выбор цветов с различными текстурами, невысокая стоимость – оптимальный вариант. Клиенты «Мебель Комфорт», в том числе популярные отели. Фирма гарантирует качество продукции. Если говорить об Анапе, это сервис. В первую очередь это качественный сервис. В любом случае, если где-то у кого-то что-то произошло, мы в течение дня можем приехать и исправить.
там какую-то поломку или еще что-то. Плюс мы даем гарантию на нашу мебель. Соответственно, 2 года гарантия. Мы в течение этих 2 лет каждый раз приезжаем сами, делаем сервисное обслуживание. Ну и, соответственно, это все влияет на качество. Подробнее узнать о предприятии «Мебель Комфорт» можно на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», которая проходит в конференц-холле отеля «Мёвен Пик». Фирма «Мебель Комфорт» готова к сотрудничеству с гостиницами и компаниями не только на нашем курорте, но и за его пределами. Если вам нужен качественный интерьер по доступной цене, обращайтесь в «Мебель Комфорт». Гостиничная управляющая компания «Андерсан» на рынке 22 года. За это время российский оператор благополучно воплотил в жизнь более 30 масштабных проектов. На сегодняшний день под крылом «Андерсан» городские, курортные и апарт-отели в различных регионах страны, в том числе на Кубани. Во-первых, мы, наверное, самая профессиональная в крае команда управленцев. Это юридическое сопровождение, финансовое, IT-сопровождение. Таким образом, мы с объекта снимаем все проблемы, и наша там одна из наших особенностей, мы стараемся объект избавить от этих дополнительных функций, не свойственных прямой деятельности, таким образом улучшая финансовую устойчивость проектов. Профессиональная команда топ-менеджеров компании индивидуально ведет каждого своего клиента к желаемому результату, учитывая актуальные потребности на рынке гостиничного бизнеса. «Андерсан» – управление отелями в наших руках. Качественный текстиль играет важную роль в общем имидже гостиничного бизнеса. Помощником для ательеров в этом сегменте вот уже 17 лет выступает компания «Веритье». Швейное производство в буквальном смысле одевает гостиницы, кафе и рестораны нашей страны. По европейским стандартам «Веритье» создает текстиль, начиная от постельного белья и заканчивая униформой для персонала. Мы в основном специализируемся на дорогих премиальных тканях, это сатин. Но также можем работать и на тканях согласно вашего брендбука, то есть что у вас указано в техзадании, да, то есть как у вас должен выглядеть номер в вашем отеле. Мы из этих тканей можем сшить вам постельное белье, ну и все остальное. Сейчас рынок очень сильно переполнен разными тканями, разными перепродавцами. Мы же, являясь именно производителем, готовы предложить именно качественный текстиль и качественный пошив. Среди довольных клиентов «Веритье» сотни крупных ательеров со всех уголков России. Компания уверена в качестве своего продукта, поэтому предоставляет гарантию от года до 3 лет. «Веритье» готова к сотрудничеству именно с вами. Обращайтесь по телефону 8 928 180 6909. Десять лет на рынке и сотни довольных клиентов. Именно этим гордятся сотрудники предприятия «Бассейн Плюс». Фирма специализируется на строительстве, реконструкции и обслуживании бассейнов любых типов. Не так давно мастерам удалось воплотить в жизнь смелый проект – обустройство бассейна прямо на крыше 4-этажного отеля. «Бассейн Плюс» доверяют клиенты со всей России. Гарантии у нас самые наивысшие. Вот, это техническая поддержка круглосуточная. У нас есть мастера, которые выезжают на разные поломки и ремонты круглосуточно, если вдруг у клиента что-то случилось. Вот, ну и, также мы гарантируем, что срок строительства не выйдет за рамки договора. На этот год у нас план стоит по расширению производства и уже установке сдвижных террас и ролетных покрытий. В этом году фирма «Бассейн Плюс» отмечает юбилей – 10 лет успешной работы. Клиенты уверены, мастера «Бассейн Плюс» – одни из лучших в этой сфере. Подробнее узнать о предприятии можно на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», которая проходит в конференц-холле отеля «Мёвен Пик». Сервис «Юг ККМ» – это уникальная многопрофильная компания, которая осуществляет свою деятельность на рынке Юга России более 30 лет. Главное направление организации – это комплексное оснащение под ключ, профессиональным оборудованием торговых объектов и предприятий общественного питания. Ранее мы представляли линии раздачи для столовых и комплекты нейтрального оборудования для профессиональной кухни.
В этот же раз мы решили представить еще одно наше направление – это модульные барные станции «Шибко». Традиционно барные станции оснащаются двумя базовыми составляющими – ванной для льда и моечной секцией. Также есть возможность установки дополнительных модулей на выбор. В этом и заключается одно из основных преимуществ линейки «Шибко». При желании клиент может добавить к своей станции встраиваемые мусорные баки, различные гастроемкости, модули под барганы, ликеры, кофемашины и многое другое. Каждый модуль имеет нишу для коммуникаций. Фасад может быть выполнен из любых материалов. Цвет и дизайн по желанию заказчика. Также в этом году мы презентуем нашу новинку. Это линейка холодильных столов Fischt. Это единица оборудования, которая просто незаменима на профессиональной кухне. Стол оснащен надежным холодильным агрегатом, который может быть расположен как сбоку, так и снизу и работает с экологически чистыми видами фреона. Имеет большой объем хранения и при желании клиента комплектуется встроенным салат-баром, внутренней подсветкой и стеклянными дверьми. Также хотелось бы напомнить нашим клиентам о том, что мы занимаемся профессиональной посудой и буквально в марте этого года мы открываем новый шоу-рум в Анапе. Так что добро пожаловать к нам, там будет представлена вся линейка нашей профессиональной посуды и инвентаря. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на сайте компании. Компания «Отель Текстиль» уже знакома анапчанам. Ее плюс в комплексном оснащении отелей и гостиниц. В ассортименте все для комфортного отдыха. Это постельное белье из различных тканей, подушки, одеяло, халаты вафельные и махровые, полотенца, матрасы и основания, покрывала и шторы. На выставке представлены образцы продукции и новинки ассортимента. Мы традиционно привезли с собой текстильную продукцию. У нас новое постельное белье. Привезли новые модели халатов. В новых тканях халаты. Приходите, мы вам расскажем, покажем достаточно интересные новые модели. В компании «Отель Текстиль» возможно изготовление продукции по индивидуальным размерам заказчика и нанесение логотипа на текстиль. В этом году привезли новинку, косметику. Косметику для отелей в нескольких сериях. Мы привезли в флоу-паке. Два вида флоу-пака привезли в картоне. Соответственно, картон тоже двух видов для любителей эко-направления крафтовой бумаги. Представлено все в нескольких наборах. Это у нас бритвенный набор, зубной набор, швейный, косметический и, соответственно, еще несколько аксессуаров, которые требуются непосредственно ательерам. Отель CleanLine разработана специально для использования в отелях. На стадии производства данной линии были изучены косметические линейки ведущих европейских производителей. Приглашаем наших партнеров, с которыми мы сейчас уже работаем, тех партнеров, с которыми мы планируем работать, заключать договора, ну и, соответственно, всех, кто заинтересован в текстильной продукции, в качественной текстильной продукции от производителя.